Основные работы по возведению детского сада «Радуга» уже на финишной прямой. Сейчас бригады заканчивают внутреннюю отделку, прокладывают инженерные коммуникации. Новое здание будет кардинально отличаться от старого, которому более полувека. Здесь будет большой, красивый, современный детский сад с отдельными спальнями, с просторными групповыми помещениями, с красивым музыкальным залом, с красивым, хорошо оборудованным физкультурным залом. Думаю, что это будет самый большой детский сад в Химках. Масштабное обновление стартовало в 2023 году. Строительство этого объекта на особом контроле представителей администрации. За ходом капремонта следят и родители. Конечно, просто виден такой размах строения, да, мы ждем новизны, наверное. Просто детям, наверное, будет комфортнее в более больших группах, в более таких больших помещениях. Здание детского сада «Радуга» будет просторным и современным. Внутри, помимо спален и групповых помещений, предусмотрены также рекреационные зоны, музыкальные и спортивные залы. Благоустроят и прилегающую территорию. Здесь установят игровые площадки и теневые навесы. И самое главное, вместимость дошкольного учреждения увеличится. Теперь здесь могут одновременно находиться 320 воспитанников. Владислав Грачев, Анастасия Кравцовская, новости Химки ТВ.